Похож, конечно, он нечто. Ну что ж, очень удачно провел атаку. Ну а это, выиграв третий мяч, повел. Ну что ж, хороший теннис демонстрирует оба, и посмотрите, как с лета сыграл, да? Ну что ж, элементарно просто, как говорится, завершил. И посмотрите, что сделал Цонга. Да вроде бы неудачно. Но здесь уже шансов не было. Сейчас Рафа правильно сделал. Великолепный удар, что-то там. И, конечно, вторая подача. Вот так. Ох, какой. Да. На Цонгу. Ну что ж, вот Рафаэль хорошо сейчас сыграл, так немножко затянул как бы. Ну, не получился прием такой имущество. Поэтому он высказал немножко такое сомнение, что ли, вот сможет ли это второй. Не, опять та же самая комбинация. Настолько удачно выходит. И даже вот в этом случае, да. Ну и завершил. Два эйса без... И попадает удар. Попал, попал Рафаэль. Ну, засчитал как эйс, а судья и остались. Да, вот такой прекрасный удар, хлесткий просчитывать на успех. Но пока очень мягко принимает подачу. И Надаль. Ох, какой удар. И опять та же картина, посмотрите. И опять, да, вот. Да, еще один выигранный мяч. Это уже 17-й мяч выигранный. И вот Рафаэль Надаль проиграл свой первый сет. Не только не сумел он восстановить равновесие. С ошибки. По-моему, с ошибки, да? Или нет?
И опять та же самая комбинация. Да? Ну и Цонга, вы знаете, он, посмотрите, какие мячи он берет. И он не собирается. Он... Да, что-то Рафа, но этот мяч он будет достать. Вот сейчас он... Посмотрите, как четко, а. Одна и та же... Ну, понимаю, что уже на задней линии. А вот на... Что он творит? Как обработал мяч, а? Идет на мяч, а? Да, вот сейчас уже... Сейчас, по-моему, на... подача в нужный момент. Играл Гонзалес в прошлом году. Тоже показывал, ну, какой-то феерический теннис. Попал мяч. Сорок ноль. Это подача. Да, и эйс это и завершил гейм. И как легко добежал, а? И Надаль не попадает. Вот так. Попало. Забил мяч Рафаэль. Ну, концовка. Не так-то просто это сделать. Это с первого так как будто бы легко. Да. Ну, еще один гейм такой же, да, четко проведенный. Как четко. Играющий. Ой, я опять укорочиваю. Ну, творит у сетки, это да. Да, ну, что называется, 15-0. Вот это 30-0. Два эйса подряд. Нет, не попало. На этот раз не попало. 101 километр в час. И попала подача. Попала. Это тройной сетбол. А тут еще и удар получился. Коронный удар справа. И Цонга выигрывает и второй сет, вторую партию со счетом 6-3. Попал, попал Рафаэль Надаль. И попал Рафа. Вот первый. И опять укорочили. И Рафа растерялся даже. А второй за счет подачи взял. Ровно.
Ну, как усилил, да? Две прекрасные подачи. Да, еще один обводящий. Да, ну и повторная подача. Коллеги. А так он и ставит неудобное положение. Да, теперь уже Цонга. 40-0. Вот это подача. Да. И Цонга взял. Попал на этот раз мощнейший. Да, великолепный удар. Да, и этот мяч попал. 30-0. 8 сильнейших теннисистов на таких турнирах. Да, сейчас прострелил Рафа. Ой, какой удар. Да. И все? Да, даже, наверное, и не верится французскому теннисисту. Он сказал, после победы над Михаилом Южным, он сказал, то ли плакать, то ли смеяться. У меня столько эмоций сейчас меня разрывают, что я даже не могу понять, правда, я попал в полуфинал или нет. Ну, а сейчас, наверное, такое же с ним происходит после победы над Рафаэлем Надалем. Только что, наверное, он опомнился и понял, да, что он сделал. Он обыграл самого Надаля, причем как обыграл? 6-2, 6-3 и 6-2 за 1 час и 57 минут. И становится первым участником финала открытого первенства Австралии.